Барабас, барабас, сыпаника ганджубас. Молодая картошка, всем привет, здравствуйте. В этом году я буду кушать, наверное, 4-й раз молодую картошку. Я хочу вам сказать, кто на кухне готовит еду сейчас. В данный момент готовит еду моя мама. Раньше я готовил еду, когда я был женат. Когда у меня была жена. Сейчас у меня жены нету, и я не готовлю. За меня готовит моя, сейчас моя мама. Вот такая картошка молодая. Я помню летом, когда я был небольшим, когда я учился в школе, когда я был у бабушки в деревне, мы варили молодую картошку, мы кушали молодую картошку, я помню. Я уже не помню, как мы готовили молодую картошку, а точнее, как готовила моя бабушка Оля молодую картошку. Вот. Сейчас я попробую, как сварила моя мама молодую картошку. Вот. Я думаю, надо кушать картошку молодую, пока есть, пока можно кушаться. Так, я сейчас возьму вилку. Да, можно взять вилку, вот я беру вилку и буду сейчас кушать молодую картошку. Итак, молодая картошка. Вот она, молодая картошка. Новая, свежая, молодая картошка этого года, 2018 года. Во. Молодая картошка. Так. Так. Вкусная молодая картошка. Я могу вам сказать, очень вкусная молодая картошка. Я думаю, как надо варить картошку. Как моя мама варила молодую картошку. Она варила в воде, а потом она обжарила на сковородке в масле. О, ладно, всем пока. С вами был Геннадий Горин. Я вам показал молодую картошку. Всем пока. Приятного аппетита.